Огромный всем привет! Я решила немножечко соответствовать новому модному веянию и решила тоже попробовать для вас поснимать. Ну, может быть, это будет неделя влогов, может быть, будет это несколько дней, собранных в один ролик. И начну я с сегодняшнего вечера. Сегодня понедельник, 12 октября. День, в общем-то, прошел без каких-либо интересных произведений, потому как сегодня целый день я работала, и, в общем-то, только час назад я вышла из дома, чтобы зайти в магазин и кое-что купить из продуктов. Но также мы еще зашли в магазин Fix Price. Сейчас я вам покажу, что же я там купила. И, собственно, вот они, те самые покупки, за которыми мы ходили в магазин Fix Price. Вот такие появились блестящие скотчи в магазинах Fix Price. Они четырех видов в нашем магазине. Нам очень понравились. И вот мы с дочкой решили выбрать вот такие вот скотчи. Также взяли еще набор обычных вот таких скотчей. Зелененькая. Ну, такие скотчи продаются в отделе праздничных товаров. А эти скотчи лежат в канцелярских товарах. Также решили мы приобрести немножко продуктов. И я в свое время очень сильно любила халву, а сейчас как-то давно я ее, в общем-то, не ела. И решила приобрести вот такие вот конфетки, уже попробовали. В общем-то, неплохая халва. Ну, конечно, она не такая, как была в моем детстве, но очень довольно-таки себе вкусная. И я думаю, что можно покупать периодически такие вещи вместо конфет. И купили вот такой вот медовик шоколадный. Еще не пробовали, не знаю, что это будет. Но я не думаю, что он будет какой-то плохой, потому как, в принципе, медовики, в принципе, такие тортики стоят в размере в районе 100 рублей, но они в два раза больше, чем этот. Производство у нас российское, Владимирская область. Да, не знаю, мне кажется, что он будет нормальный, обыкновенный шоколадный медовик. А? Вот это кто украл? Бессовестная такая, что по жопе дать? По жопе надо дать. Ты почему такая бесстыжая? Ай-яй-яй-яй-яй! Привет, мои дорогие! Сегодня второй день моих влогов. Ух ты, как классно! День, собственно говоря, первая половина дня прошла без каких-то интересных вещей. Я ездила по рабочим делам и заехала, забрала наконец-таки каталог. Вот такой вот каталог у нас получился, личный. Ссылочка будет в описании, чтобы вы за нас проголосовали. Вот, съездила вам вы, взяла свой любимый лук, порошок. Ну и сейчас пойдем на почту получать посылку, а далее я пойду в гости и возьму вас немножечко с собой, потому как там целое царство тойтерьеров. Снова всем привет! Начинаю свой день с новых шторок, которые я повесила вот так вот на окошечко. До этого у меня висели длинные шторы, которые закрывали полностью все окно. Сейчас я решила что-нибудь вот в таком роде повесить. Повесила вот такую вот шторочку. И как-то, конечно, когда она новая, она очень радует глаз. Приятного аппетита! Ну и на следующий день мы отправились в кино, вернее, в кино отправились моя дочь и ее подружка, а я тем временем пошла в хобби-центр Леонардо, чтобы подобрать нужные украшения, нужные вещички для альбома, который я стала делать. И следующая серия видео будет как раз таки об альбоме, который я сделала своими руками в стиле шеби шик. Как видите, для изготовления такого альбома сейчас очень много всяких
скраб украшений, очень много всего продается. Хобби-центр Леонардо собрано все вместе и все сразу, но там немножечко завышены цены. Все это можно купить в других местах. Единственное, что нужно будет поколесить по городу, поездить, поискать. Очень удобен этим как раз таки Леонардо, что здесь все и сразу, и все можно приобрести в одном месте. Ну и хочу закончить свой влог вот такими вот покупочками. В Леонардо я, конечно же, приобрела кое-что, но начну я не с покупок с Леонардо. Покажу вам то, что я обычно покупаю всегда при каких-то высыпаниях. Как-то никогда я вам особенно об этом не говорила. Как только начинает меня высыпать, я начинаю применять вот такое вот средство, которое, как мне кажется, знают все, хлоргексидин. И мне больше всего нравится вот это самое обычное, дешевое. Вот у нас она стоит 21 рубль. Салициловая цинковая паста. Самая обычная, дешевая. И, как мне кажется, она помогает лучше всего от как раз-таки таких хороших акне, которые прям воспаленные, надутые и так далее. Хлоргексидин я использую не только для того, чтобы протирать им лицо. Я его использую как перед чисткой, постоянно я очищаю им кожу, так и полоскаю им периодически рот свой, слизистую. Если какие-то воспаления внутри, в горле, очень хорошо полоскать хлоргексидином. И, собственно говоря, спектр широк очень применения этого средства. Но если говорить о именно угревой сыпи и о нашей красоте, обратите внимание на этот продукт. Стоит он, не могу сказать сколько, но что-то в районе 15-20 рублей стоит все средства. И как по мне, так оно чудесное. Также я себе приобрела еще карандашик для бровей. С одной стороны щеточка, и выкручивается карандаш для бровей. Я себе взяла 0,6. Не хочет фокусироваться. 0,6 цвет я себе взяла. Потом в покупках, конечно же, я вам его покажу, расскажу про него. Но у кого-то я его увидела, мне понравилось описание, мне понравился рассказ про этот карандашик. И я была сегодня рядом с магазином Тони Моли, конечно же, зашла, приобрела. Стоимость его 280 рублей, ну со скидкой он мне получился, обошелся 271 рубль. Ну а теперь давайте посмотрим, что же я приобрела в Леонардо. Я взяла три вот такие вот бумаги для скраббукинга. Взяла я их специально для блокнота, который вам сейчас покажу. Это будет внешняя часть, она даже немножечко, как видите, с блеском. А это будет внутренняя часть. Птички, как видно, одинаковые. Взяла я для того, чтобы вот этот вот альбом для эскизов, сделать из него блокнот и, собственно говоря, из этого блокнота сделать подарок. Подарок преподавателю, и мне кажется, что это будет очень интересно. Самое главное, что такого подарка не будет точно, и как-то мне показалось, что это будет, ну, очень интересно. Для этих же целей я приобрела еще вот такие вот цветочки. Вот так они выглядят. И для этих же целей я взяла вот такие вот, правильно это называется, чипборд картонный. Вот такие вот штучечки. Мне показалось это тоже очень интересным. И здесь очень интересные такие вот высказывания. Также этот картонный чипборд можно покрасить в любой цвет, который, ну, собственно, мне нужен. Я приобрела, мне сейчас нужно будет вот это сделано с душой. И мне кажется, это будет как подарок очень великолепно. Ну и также заодно покажу, что я взяла там сразу гель. И там же взяла вот такой вот ПВА. Конечно же, я вам покажу, что у меня получится из всего вот этого приобретенного мной всякой всячины. И буду очень рада, если вы оцените мои видео, как это, так и следующее.
Заодно вам покажу, вот такая вот у нас еще погодка. Сегодня солнышко светит. У нас прямо-таки бабье лето, солнце прям сегодня светит и почти нет ветра. Ну и закончить я бы хотела вот такой вот вкусной нотой. Получилось у меня тут почти 3 блюда. Я сделала вот такую замечательную уху из сазана. Вот такую замечательную уху. Пока она у меня настаивается. Ну, конечно же, пожарила. И было еще даже икры некоторое количество. И сделала еще жареную вот такую вот икру. Муж любит просто жареную икру. И на вот такой вот вкусной ноте, на донской нашей рыбке, я и закончу свой влог. И если вам понравилось такого рода видео, дайте мне об этом знать, и я буду снимать вам еще влоги, если вам это интересно. И до новых встреч, всем пока-пока!